Так, мы начнем нашу историю с 1914 года. Сербия хочет убить короля Австро-Венгрии. Я думаю, нужно убить короля Австро-Венгрии. Черт, кто убил моего короля? Это 100% Сербия. Сербия, я объявляю тебе войну, потому что ты слишком хитрый. Австро-Венгрия объявляет Сербии войну за убийство своего короля. Ой, перепутал, принца. Кстати, подпишись. Не трожь святого. Россия объявляет войну Австро-Венгрии, так как она союзник Сербии. Россия начинает стрелять по городам Австро-Венгрии. Помоги Германии. Хорошо, я тебе помогу, но ты хорошо отдели границу от нас. Австро-Венгрия попросила помочь войне Германии. Ну, как хочешь, Великобритания, я вступаю в войну за Россию. Ты понял меня? Багет меня в печь. Германия, ой, Германия, ты умрешь, ты погонял. Ну и хорошо, я потом вступлю. Ну что хочешь, теперь с этого момента я нападаю на Германию. Черт, Германия, помоги, пожалуйста, перебрасывай войска, Россия меня побеждает. Пожалуйста. Если ты так хочешь, хорошо, но ты будешь мне 100 раз должен. Ты понял, Австро-Венгрия? Уха, наконец-то спасибо, что ты мне помог. Ну все, всех бы я. Черт, что? Я ухожу в Албанию. Всем пока. Ну что, Россия, и мы тебя убьем. Слушай, я пройду через Бельгию. Ты не против Бельгии, чтобы убить Францию? Черт, помогите! Франция, помоги, пожалуйста, не надо мне это делать. Германия хочет пройти через Бельгию, но Бельгия, оказывается, Германия хочет ее захватить. Франция останавливает свои войска на границе с Бельгией и пытается отбиться. Германия доходит до Парижа. Черт, блин, мне кажется, на меня напали, ребят. Чё-то помоги, Великобритания, пожалуйста, ага, багет, я тебе подарю, багет, пожалуйста, помоги. Нет, я тебе не помогу, Франция, нафиг мне твой багет сраный, в печь его засунь и съешь. Чё-то, ура, я откинул их от Парижа, и Франция откинула Германию от Парижа, и Германия пошла в контрнаступление на Россию. Я вас откидываю от Москвы. Я ухожу из войны, и меня победили. Черт, как я один справлюсь. Ну ладно. Австро-Венгрия проиграла войну и Россию. Поэтому Сербия получили большую часть. Я ухожу из войны, так как меня напали коммунисты. Сербия получила большие территории. Черт, помогите. Я буду отстреливаться от коммунистов, а то сейчас моего царя свергнут. Я вступаю в войну за Францию. Наконец-то я получил большие территории. Это если что говорит Сербия. Черт, не надо, пожалуйста, все, я сдаюсь. Только не бейте, пожалуйста. Да я сдаюсь. Ну и вы, если что, ставьте себе территории. Главное, не убивайте. Хорошо. Но война окончена, поэтому ты будешь изгоем. Блин, ну за что? Вот так закончилась первая и началась мировая война.